Промышленный объект, все в огне, есть пострадавший, двигаться не может, а к нему не пробраться. Что делать? Это легенда для спасателей и пожарных. Учение на новом модуле. Это промзона. Эти учебные модули предназначены для обучения личного состава спасателей и пожарных, и психологической устойчивости, физической выносливости, а также работе в экстремальных условиях в виде больших температур и замкнутого пространства. Огневой симулятор, колодец, лабиринт, горящий автомобиль – все это тренажеры. Каждому полоса препятствий. Сначала разведка, потом подключаются пожарные. Спасатели пробираются к пострадавшему на высоте 7 метров. Оказывают помощь, готовят к транспортировке. Сначала по переправе, потом по тросу вниз. Все получилось. Конечно же, видна работа сотрудников, которые собственными силами изготовили данный тренировочный модуль. Это принципиально новая форма подготовки наших спасателей, пожарных. И я думаю, что результаты этого тренировочного процесса, они, конечно же, будут положительным образом отображены на всей служебной деятельности наших сотрудников. На заводах и фабриках 5 серьезных пожаров за 3 года. Вспомнить только Адему. Учебную промзону смастерили сами. Теперь есть где проводить тренировки. Необходимость строительства модуля промзона обусловлена тем, что спасателям необходимо проводить тренировки спасательных работ на высоте, на промышленных объектах, для того, чтобы проводить успешно спасательные операции. Тренируются спасатели и пожарные, когда нет выездов. Учебно-тренировочный комплекс здесь открыли 4 года назад.